Добрый день, дорогие друзья, милые мои подписчики. Я сегодня буду готовить на зиму солить помидоры зеленые, красные. Они у меня получатся, как мы в детстве на базаре были бочковые помидоры. Вот так же получится. Вот сейчас у меня здесь укроп, вот хрень, вот у меня это сельдерей, это у меня базилик, вот это смородина. Ой, такой запах. Это лимонник. Я помыла его, и у меня так стало. Вот, это смородина. Вот. И черный базилик. Смородина и черный базилик. Вот, начинаем. Вот. Чеснок. И вот. Здесь у меня дайконская редька. А теперь помидоры. Вот у меня здесь и зеленые, и красненькие. Вот, дорогие друзья, они у меня солиться будут как бочковые. При союзах на базаре мы ели, были школьниками. Вот, вот еще серединочку добавим, хрень, вот смородина, лимонник. Это базилик. Вот. Вот. Базилик, смородина, черный базилик. И вот я что хотела еще сказать, друзья мои. У меня здесь крапива. Очень хорошо будет крапивой. Вот. Одну сюда оставим. Теперь редко дайконской. Вот. Дальше помидоры. Сейчас немножко встряхню. Хорошенько они спустятся вниз. И все пошло. Вот. А теперь это все зелень сюда. Здесь у меня лимонник и дайкон сюда. Вот. И чеснок сюда. Вот. Полностью сельдерей. Базилик, черный, петрушка. Ничего, трудностей нету. Быстренько посолить все туда. И вот крапива. Вот, дорогие. Вот. А теперь у меня готово. Сейчас, минуточку. Готова рассоль. Это у меня лавровый лист, дорогие, и черный и душистый перец и соль здесь. Это все теперь сюда. Она не горячая, уже тепленькая.
не хватило, но ничего страшного, мы сейчас еще добавим. Вот. Сейчас, минуточку. Вот, дорогие друзья, милые мои подписчики, рассол мы уже добавили. Здесь у меня дайконский, редко корейский, помидоры и зеленые, и красненькие, чеснок, сельдерей, петрушка, хрень, базилик и черный, и зеленый, и лимонник, листья, смородина и душистый, и такой, и еще крапива, укроп, и полностью здесь вместе в кастрюле. А теперь мы сейчас вот эту хрень сверху мы закроем. Вот так. Вот. Хрень. Оказывается, во время ковида многие употребляли хрень. Оказывается, она противовирусное действие есть. Ох, хрена. Вообще хрень я люблю. Мне очень нравится и запах его, и как зелень. Вот. Вот, дорогие, мы закрыли сверху наше соленье, помидоры. А теперь мы сверху горчицу поставим, наложим. Вот. Вот теперь, дорогие друзья, это мы все на холодное место поставим. Вот, потом я внутри что-нибудь, чтобы давилось, поставлю. А сейчас пока пусть они отдыхают, с друг другом соединиться. Дорогие друзья, вот на зиму мы посолили помидоры. Это помидоры у нас получатся как бочковые. Вам большое спасибо за просмотр моего видео. Поставьте лайк, напишите комментарий. Новенький, подпишитесь, пожалуйста. Вам большое-большое спасибо. Дай Бог всем здоровья, мир на каждом государстве. Спасибо. До встречи. Пока.